Блядь, я сейчас убью всех, блядь! Всем хай, с вами Кай, это второй тур мобильной звездной битвы 2022. Я играю против дяди Никита. Предыдущий матч я проиграл с чем 3-0 против Холланда, который меня размотал в нулину. Сегодня, я надеюсь, история не повторится, и я изменю свой результат в хорошую сторону. Вот так вот выглядит мой состав, ребятки. С Воландом я сделал один апгрейд. У нас один апгрейд за каждый тур дается. Я апгрейднул Рафаэля Леао. Как по мне, это офигительный футболист. Просто посмотрите на его статы. 92, 73, 69, 78. Это круто. При его росте, плюс еще 4, 5, плюс ноги, 4 звезды на финтах. Прям вау, это очень круто. Мне очень нравится его рост. Очень нравится его рост. Так. Добавляем, друзья, дяди Никита. Кумыс Пауэр. Кинул запросов, друзья. Я думаю, может мне форму поменять на какую-то другую, потому что... Не знаю, что тут форма это невезучая какая-то. Вот на какую-то другую форму. Может быть, на форму... Милана? Давайте найдем спор Милана, проверим, насколько она везучая. Так, ну все замечательно, да. Ждем, пока примет Никита, друзья. Для меня это будет неопределенное время, для вас одна секунда. Раз, два, три. Так, все, он принял, друзья. Я готов. Я готов полностью на этот матч, заряженный максимально. Мы заходим в игру. Нужно его выносить, потому что это единственный шанс мне реабилитировать этот тур. И я должен это сделать. Прям должен, ребят. Составчик у нас плюс-минус равный. Хоть у него намного больше апгрейдов было. Потому что он выиграл, как раз, свой матч. Но я думаю, то, что бог со мной. И сегодня я держу победу. Надеюсь, эти слова не пустые, и мы сможем действительно одержать победу и вернуться в топ-3 нашей команды, нашей группы, чтобы у меня был хотя бы какой шанс выйти из группы. Атаку ставим, мне нужно по-любому выигрывать. Кусочка. Ошибка, ошибка, заброс! Заброс на Воланда! Вон, ускоряйся, ускоряйся, ускоряйся. Прострел. Что это? Это пенальти. Это пенальти. Удар влево. Удар. Гол! 1-0. Воланд забивает первый гол на 10-й минуте этого матча. Для меня все идеально пока что начинается. Это хорошо. 1-0. Фух, великолепно. Продолжаем в том же духе. Ансу Фати, кроме Ансу Фати. Пас. На Воланда пас. Лаги, лаги очень сильные. Рафаэль явно не успевает за игроком своим. Нужно крыть Ансу Фати, нужно крыть Ансу Фати. Хорошо, молодец, защитник. Леао ускоряется, Леао ускоряется. Должен ускорить, должен ускориться. Должен ускориться. Разворот. Еще, еще. Накручивает. Пас. Ой-ой-ой-ой-ой. Это моя ошибка. И защитник мой дорабатывает. Пас. Еще пас. Ляо. Не смог обработать мяч. Пусть центр стянется.
Нужна помощь в центре. Хорошо, убивай. Мяч выбит. Первый на подборе. Пас на Ляо. Ляо выиграет мяч. Феррейра. Феррейра Роше. Ляо убегает. Ляо убегает. Дядя Никит волнуется, я прям замечаю это. Мы должны это сделать. Хорошо, первый тайм окончен. Замечательно. Заменки. Заменки не требуются. Перепасовки, просто перепасовки. Очень быстрые. Ужасно, ужасный пас от Воланда. Но для меня есть шанс заменить игрока. Выиграл мяч. Воланд на Бальде. Бальде входит в штрафную. Проброс. Но это штрафной, это штрафной. Так, это штрафное же в их сторону, ставим защиту, чтобы у меня все игроки смогли вернуться. Так, вернусь, давайте. Теперь атаку. Воланд. Штрафной! Это прям штрафной. Что, ребят? Будем сбивать со штрафного? Будем? Я думаю, можно. У-ху-ху! Воланд! 2-0! Ребята, я реабилитировался. Какие прекрасные вилы забивает Воланд. Плохой пас. Воланд. Воланд должен выиграть мяч. Не смог выиграть мяч. Плохая позиционка. Плохая позиционка. Очень плохая позиционка. Все, замечательно. Мяч наш. Великолепно. Делаем перепасовочку. Хорошо. Воланд на Ляо. Воланд на Ляо. Ближнему. Хорошо, отобрал. Отобрал мяч. Блин, плохой пас. Наш мяч. В центр. Обратно. Я вот доработал. Пас. Пенальти. Так. 88 минута. Ну, навес, ребят, это последний шанс. Нет, нет. Но мы будем перепасовываться, что нам? Мы выигрываем. Подтянем время, 3 секунды осталось. Все, 2-1. Я выиграл этот тур. Хорошо, победа. 3 очка, 2 гола Воланда, 5 апгрейдов. Великолепно, плюс еще за тур 6 апгрейдов в команде. Это все просто великолепно. Ух, это хорошо. Ребята, спасибо вам за просмотр. С вами был Кай. Всем удачи и всем бай-бай. Встретимся в третьем туре. Пау!